Zeit Stunden im Kreis. Мы начинаем наш маршрут. Горный Ярден. 30 километров. Спокойно. Конечку не торопясь, вот так, оп-оп-оп. Да, кабанов идет, кабанов. Дать дорогу. Вот стало срубить, да? На, готов? Да. Позориться перед камерой, блин. Не присни, встегнувшись. Коровы, где коровы? Силу в ногах. Давид, ты смотришься небритый люкс. Точно надо. Нет, там семейный. Более идут вот так. Или все это снимают? Нет. И, наверное, ты... Сейчас-то закат, жарко там. Закат-то не там должен быть. Леня уже скрылся. Такие тут красивые виды. Блин, а такая вот такой пожар. Кто-то поджег, наверное. Сейчас вызовем пожарку. Клим, Санчес как по прямой. Ну и мне догоняй. Что ты сказал, Марик? У бегемота нету тайны. А Марик бегемотит. У бегемота нету тайны. Это называется поросячий. Леня заслуживает. Вот, это Санчес. Его по морде били чайником. Его по морде били чайником. И научили обнимать. Марика. Крокодила морда полоская. А вот и два бегемота. Река Ярден. Это старый мост. Мацмани 160-170 шекелей. Ну так, примерно там с меня поймете. Ух ты, это уже серьезный обед. Пополам? Да.
Я, может быть, не слышал, потому что он там... Такой крутой подъемчик. Были мы вот там. Спустили. Я не знаю, на низком я бы сдох бы. Но ноги раскрутили. И батарейка в кармане. А честь? Там есть. Это самое. А там военные. Кто ли поедет? Кто как умеет. Покурим. Он очень крутой. Меняем не глядя. Меняем. Наслед. Ну что поставить? Все хвалят стройных и худых, как Путин, Вова. Ну а про нас, про больших, вообще ни слова. Я сейчас так громко заору, что все оглохнут о том, что толстым хорошо, неплохо дохлым. Да, нам это вошло в историю. Не нужна вода, большое дело. Всю емкость сильно можно без я труда хочу посмотреть, наполнить телом. Худой в ней плещется мальков, хмырек в прострации. А пробку он сразу канализацию. Внизу брехат Мишуши, мы сейчас туда спускаемся. О, смотри, как круто. Спускаемся к Нахаль Мишушим и Брехат Мишушим. Бассейн. А, не, не знаю. Он привел кадр. Что такое? Если будешь ехать, там есть такая... Вот это знаменитая Брехат Мишушим. А, я здесь не был. Мы однажды с другом Васей отдыхали на Турбазе. Я из речки не вылазил. Я с утряжки братанул, шо нам рифы, шо нам мели. Отдыхали как хотели, отбужали, загорели. Правда, Вася утонул. לשלושה חלקים אנחנו נמצאים במרכז הגולן, נמצאת במעין שיפוע. בריכת המשושים שאנחנו נמצאים בה כרגע נמצאת בנחל המשושים, ונשפכים בסופו של דבר לכנרת. מה שמיוחד בנחל הזה שהיא שמורה טבע סגורה. לאורך נחל המשושים אי אפשר לטייל, המשושים האלה זה דבר טבעי.